Всем доброе утро. У нас сегодня позднее утро, как будто бы прям выходной у нас. Да. Малыш дома. Угу. Вроде все нормально с ней. Не знаю, что это было. Но все нормально. Алена у нас в школе, а мы с Варварой только сегодня еще... Сегодня вторник. Да, еще только собираемся. Она недолго сегодня, еще на английский потом пойдет. Нет, у нее еще нет английского. А. Так, собираемся завтракать. Варюшка хочет сыр с хлебушком. А я, честно говоря, даже не знаю, что я хочу. Я вот хочу кофе, я, наверное, просто кофе попью прям. Они там с Верой чирикали, с подружкой, она тоже на больничном. Ну, Варвар, ты не на больничном? Она, наверное, это снег ела. Нет, она не ест. Ела. А мне кажется, она специально, чтобы в школу не ходить. Наелась снега. Вот не знаю, что сегодня и швея. Вроде бы должна прийти у них. И танцы, но если Варвара будет себя хорошо чувствовать, танцы мы хоть как идем. Потому что им уже в пятницу выступать. Угу. Ну, если прям... я не съел, я буду. Прям ну, репетировать. Знаете, если все будет нормально, то, скорее всего, завтра я уже в школу пойду. В школу, да? Блин, а, нам жаль, там... что я информатику пропустила. Да. Да, не столько, у нас информатика, это же наша группа. Так что все, мы будем завтракать. Всем приятного аппетита. Накрасилась я, наконец-таки, что-то решила прям накраситься. Красавчик. Все, пойду сбегаю в магазинчик, узнаю по поводу раковины. Кошмар. Вот этот... А! Я вообще не могу здесь снимать, а там Варюшка смотрит. Ну ладно, побежала, сбегаю. Узнаю. Потом во все расскажу. Кстати, стала носить тонкую шапку. Вот это потоньше, там вот такая голова. Вот такая. Мне почему-то это перестало нравиться. В общем, все, я готова. Пошла, схожу. Вернулась домой. И вернулась не одна. Тихо, Нико. Сейчас покажу, будем все убирать. Там буду в ванную все соберу. И покажу. Будет красота. Я довольна. Мне еще помогли. Привезти. Вообще доставка должна была быть после 5, но мой друг мне помог. Я его напрягаю всегда. Он бухтит, но он мне помог. Я такая довольна. Вот эта девочка меня ждала. Короче, пока все у меня остановилось. Мне нужна... нужен шуруповерт. У меня нету шуруповерта. Да господи, не моргаешь. Глаз болит уже. От моргалок от этих надо поменять. Этот. Никак не доходит у меня руки. Я все убрала. Тут так чистенько. Хочется уже поставить, посмотреть, как будет. Я не могу прикрутить ножки. Отвертка мне не получается. Отвертка короткая. Плюс нету дырок. Были бы дырки, было бы проще. Сейчас возьму какой-нибудь саморезик, может, попробую прокрутить. Вот так вот, короче, нужно прикрутить ножки. Так, пока у меня тут нет шуруповерта, я нажарила наггетсов, девчат кормить, макарошки сделала. Оля, ну еще сосиски есть, и у меня салат остался, я себе сделала рис. Я позвонила, в общем, мужчине, который занимается ремонтом холодильника. Знаете, что он мне сказал? Самое прикольное. Он мне сказал, что нужно просто разморозить холодильник. Суток, двое, трое. Короче, что нужно, чтобы он прям полностью размерзся. И тогда он мне начнет работать. То есть я полгода была со сломанным холодильником, не зная того, что мне его не надо на самом деле чинить. Нужно просто разморозить. Он у меня морозит, но бежит вода под нижний поддон. Он сказал, что там какая-то штучка забилась, если растает, то будет вытекать куда нужно вода, в задний бак. И тогда он будет прекрасно работать. Единственное, с морозилки прикольно все выносишь на балкон, потому что минус 17 градусов. Нормально. А вот то, что в холодильнике, вот это хранить очень тяжело сейчас будет. Ну так что... Вот такие вот делишки. Папа обещал мне привезти шуруповерт. Мне нужно прикрутить ножки, и мы с вами поставим
Я покажу, как это будет прикольно. Я сама жду, не дождусь. Мне нужно поставить и померить, какое я хочу зеркало. Зеркала тут нету, нужно заказывать на Озоне. Я сегодня уже была в магазинах. И вчера я была в магазине. И до этого мне нужно полностью шкафчик. И чтобы цельное зеркало было. Но такого у нас нет. У нас эти, знаете, полочки где-то. Наискосок, короче, по-всякому. Но цельного зеркала нет. Вернулась Алена. Что ты сделала с собой? Накрасила, что ли? Глаза накрасила. Ты в школу-то ходила? В школу ходила с накрашенными глазами? Так что все, мы садимся обедать. Всем приятного аппетита. Сделала ножки. Смотрите, какая красота получается. Пока что раковину не поставила. Сейчас поставлю раковину. И посмотрим, что получилось. Тут у меня везде разгром. Сейчас уже с Варварой идти на занятия. Кстати, экран тоже заказала. Придет 12 или 15 декабря. Он будет такой под пол. Что это такое? И будет ванночка моя доделана. Сразу кажется, с такое место. В общем, хлам этот будет валяться до вечера все. Я вообще не представляю, куда это составить. Надо вот такой бы чемоданчик. Или не такой, или вот такой вот. Чтобы все пока составить туда, в полке. Сейчас поставим раковину, покажу. Ну и будем собираться на танцы. Снимаю быстренько, пока не начала моргать лампа. И вот такая вот красота получилась. Тут открывается. Вот это жалко, вот это не выдвигается. Открывается, и там... Надо его, кстати, сейчас регулировать. И там просто две полочки. О, все, начало моргать. В ванной. Решила ничего особо не убирать. Все составила пока в ящики и убрала туда. Потому что смысла сейчас убирать вообще нету. Придет зеркало 15-го, надо будет туда расставлять. Плюс сюда надо сантехнику все подключать. Это будет все мешаться. Нужно опять будет все вытаскивать. Потому что еще нету ничего. Ни снизу, ни сверху. Поэтому я решила не делать двойную работу. Просто в ящик все туда составила. А сверху поставила щетки. Щетки свой. Гель, которым я пользуюсь каждое утро. Мыло. И зубная паста. Все. Сверху больше ничего такого не останется. Остальное все пока туда убрала. Ну и зеркало у нас будет тут еще стоять. Маленькое наше пока. Вот такие вот дела. Ну что, думаю, зачем это все? Сейчас покажу, как там расставила. Такого нету. Просто взяла. Там ящик этот у меня и был. Этот я из-под порошков взяла. Просто туда все составила. Это тоже баночка была. И наши вот тут диски. Все. В общем, вот так все это смотрится. Мне кажется, вот это... Ну, хотя... А, здесь высокая. Вот сюда можно химию всякую наверх ставить. А та низкая. Наоборот, они, мне кажется, они должны были быть явно. Но тут кто-то решил, что лучше так. Все, мы собираемся ложиться спать. Сейчас Варюшка пойдет побольше, что-то бы сегодня держались. А я не знаю, я, по-моему, эти не показывала. Сейчас покажу. Ой! Спинку я распилила. И прям теперь там спинка. И там сейчас разверну. У меня раньше была там высокая спинка. Я распилила эту спинку сегодня. Теперь двойная. Теперь ее нужно, ткань придет. Ее нужно мягеньким обшить. Боковушечки тоже обшить. И тут будет... Это все будет мягко. Чем? Зачем? И не надо обшивать, да? Так, она деревяшка. А там поролончик будет мягонько. Так, все, мы собираемся ложиться спать. Завтра в школу. Так что всем спокойной ночи. И всем пока-пока.